Добро пожаловать в отель для беременных. А вот и администратор. Приветик. Просыпайся, Соня. Мы уже здесь. Дамы? Сожалею, но мест нет. Не страшно. Плачу золотом. Одну секунду. Вот ваш номер. Спасибо, что выбрали наш отель. Приветик. Все занято. А если я плачу наличными? О, конечно. Проходите. Привет. Мне тоже нужен номер. А мне оплата. Ты только потрогай малыша. Чувствуешь, там растет миллионер. Спасибо, я найду номер. Что это такое? Общий номер? Какой кошмар! Какая прелесть! Здесь всего одна кровать, а нас трое. Администратор! Энтони, к вашим услугам. Здесь одна кровать. Извините, мест нет. Придется вам делить одну кровать на троих. Здесь буду спать я. Мой живот дороже. Нет, это будет моя кровать. Я не могу спать на полу. Я пришла раньше. Стоп! Я кое-что придумал. Разойдитесь, дамы. Карате – мое второе имя. Готово. Я победил кровать, и теперь у вас два спальных места для каждой. Спасибо, Энтони. А как же я? Где спать мне? Одну секунду. Для вас удобная раскладушка. Превосходно, спасибо. Это лучшая раскладушка в моей жизни. Эшли, ты готова узнать пол своего будущего ребенка? Упс. Нет, чуть повыше, дорогая. Вау, что там? Это золотой мальчик. О, как я счастлива. Поздравляем, Эшли. Сандра, ты готова? Мальчик или девочка? Давай скорее узнаем. Что там написано? Это девочка. Какая прелесть. Богатая малышка. Что тут у нас? Посмотрим. У вас девочка. О, спасибо, это девочка. Как я мечтала. Моя спина зачесалась, но мне никак до нее не дотянуться. Администратор! Мой обед и кофе. Ну что там опять? Энтони, почеши мне, пожалуйста, спинку. Окей, я к вашим услугам. О, спасибо, это именно то, что мне нужно. Эй, Энтони, можешь мне тоже почесать спинку? Только надень вот это. Окей. О, да, как хорошо. Вам все нравится, дамы? А кто же почешет спинку мне? Энтони! Прости, дорогуша, у меня всего две руки. Есть идея. Я сделала свой чесальный массажер. И мне больше никто не нужен. Энтони, подай мне мое драгоценное блюдо. И это все? Что ж, спасибо. Деликатесы не бывают большими. А что же выбрать мне? Не могу определиться. Доченька, что нам съесть? Мой дешевый бургер самый вкусный. Какой аромат. Обожаю. Что она ест? Уличная еда. Дакота, можно нам кусочек твоего бургера? Пожалуйста. Конечно, девчонки. У меня есть еще два. Угощайтесь. О, спасибо большое. Какая вкуснотища. Да, я знаю. Приятного аппетита. Посмотрим. С малышом все в порядке, Эшли. Показатели прекрасны. Спасибо, док. Это вам. Отлично. Увидимся завтра. Я вам помогу. Прекрасно. Да и родов я соберу на дом. Отлично. Начнем ритуал. Я вижу будущее ребенка. И оно прекрасно. Все органы на месте. Духи охраняют его. Спасибо, экстрасенс. Пока. Может, начнем УЗИ? Нет, спасибо. Я уже все знаю. С вас 20 баксов. Спасибо. Следующий. Я возьму вот это. А можете просканировать моего малыша? Серьезно? Ну ладно, сейчас посмотрим. Срок годности в норме. О, это девочка. Поздравляю, все хорошо. Спасибо, вот десятка. Да не нужно, это за счет заведения. Всего доброго. Надо было мне в доктора идти. О,
музыка полезна для ребенка. Послушай, малышка, это классика. Подумаешь, музыкант? Мою любимую песню, пожалуйста. О-о-о, нет беременной богаче на свете. О-о-о, она будет лучшей мамой на планете. О, да, браво. Слышишь, малыш, тебе очень повезло с мамочкой. А кто же споет для моего малыша? Юху, этот трек специально для тебя. Ему нравится, спасибо. Я не могу уснуть без моей специальной подушки для беременных. Как удобно. Спокойной ночи, моя малышка. Специальная подушка? Ладно. У меня тоже есть специальное средство. Это деньги. Вот теперь мне удобно спать. Желаю всем богатеньких снов. У меня нет ни денег, ни подушки для беременных, но есть фантазия. Вот эти брюки мне подойдут. Спасибо, Энтони. Отлично. Брюки для беременных повышенного комфорта. Как удобно. Спокойной ночи. Никто не видел мои брюки. А, понятно. Сладких снов, Дакота. Мой любимый роскошный корсет не застегивается. Это все животик. Энтони, подойди сюда. Ну что опять? Я тут. Привет. Можешь помочь мне с нарядом для беременных? Сию минуту. Сейчас. Поднимусь. Окей, полежу. Эшли, проснись. Да, что ты мне принес? Наряды для беременной из последней коллекции. Второй триместр весна-лето. О, они такие чудные. Спасибо, Энтони. Это платье мне подходит. Не застегивается. Администратор! Я к вашим услугам. Вау, это то, что мне нужно. Прекрасный костюм, Энтони. Тут мой гонорар. Спасибо. Носите с удовольствием. Как свободно и ничего не давит. Красота. Правда, малышка? Спасибо. Ну же, пиджак, застегнись. Ну почему у меня такой большой живот? О, Энтони, можешь мне помочь? Мой пиджак перестал застегиваться на мне. Сочувствую. О, минутку. У меня есть идея. Что ты задумал? Энтони! Вот, попробуй теперь. Отлично. Пиджак застегнулся. Спасибо, Энтони. Ты спас меня. Журналы надоели. Энтони, принеси мне телевизор. Конечно. Спасибо. Подойди, Энтони. Упс, у меня нет наличных. Вот, держи бриллиантовый браслет. Большое спасибо. Это горка, а не живот. Администратор! Что случилось? Ноутбук съезжает. Это серьезная проблема. Одну секунду. Я буду держать его для вас. Спасибо, Энтони. Это тебе за работу. О, ты уже видел эту серию? Куда деть свой телефон? Ха! Так вот для чего нужен такой большой живот. Отлично. И еще поместится тарелка с вкусняшками. Быть беременной так удобно. Посмотрите, какие милые вещички я уже купила своей доченьке. Для моей малышки только самое лучшее. Конечно, я рада за тебя. Алло, доставка от кутюр? Срочный заказ. Ваши вещи? О, спасибо за заказ. Вот и гардероб моего будущего сыночка. Только трендовые крошечные вещички. А у меня ничего нет. Не смотрю, не смотрю, не смотрю. Отличная футболка, но мне нужен размер поменьше. И температура побольше. Отлично. А вот и футболка для моего малыша. Да, мы подъем. Вам пора рожать скорее. Что? Конечно, док. За мной. Рожаем дружно. Мое гигабогатое сокровище. Мое золотое солнышко. Мама любит тебя, моя прелесть. Фух, Энтони, помоги нам.
Да, уже иду. Привет, Энтони. Подержи моего малыша. И моего. И моего. Что? Ну, хорошо. Тише, детки. Сейчас. Дядя Энтони включит вам интересное видео. Уже пора вставать? Ай. О, нет. Я опаздываю. Клэр, нам пора в Риме. Некуда спешить. Но мы не успеем. Что делать? Придумала. Пожарная тревога. Пожар, спасите! Куда же вы? Вечеринка окончена. Спаси меня! Я приготовил сюрприз. Абра-кадабра, тебе нравится? Очередное кольцо. Мы опаздываем. Ладно, уже иду. Пока. А как же я? Наконец-то этот день настал. И чего мы ждем? Итак, наследство получает... Минутку. Вас трое. А я думала, наследница одна. Ну и ладно. Каждая получит по конверту. Ура! Наше наследство! Не терпится узнать, что там. Мне тоже любопытно. Порванная футболка? Серьезно? Вау! Мое дело сделано. Вау, деньги! Я богата! Неудачница! Золотая карта! Моя мечта сбылась! Я могу купаться в деньгах! Мусор? Ну почему? Немного хлопьев. Вау, бриллиантовый завтрак! Я тоже так хочу. Деньги. Вау. Что? Моя очередь. Ну и где мой подарок? Да, послание. И что здесь? Попробуй еще раз. Ну нет. Бывает. Как жарко. Может, ТикТок меня немного отвлечет? ТикТок уже не тот. Идея. Включаю. Нет, пролистать. А это мне нравится. Ставлю лайк. Камера включена. На укулеле играю я. Ла-ла-ла. Это деньги? Держи, тебе нужнее. И мелочь забирай. Вау, я нашла золотую жилу. Отличный день для пляжного отдыха с золотой подстилкой. Я с тобой. И с подстилкой, и с денег. Ах так? У меня будет песочная подстилка. Это просто смешно. Вау! Какой красавчик этот спасатель! Привет, это тебе. Золотой спасательный круг. Спасибо, неожиданный подарок. Ах так, у меня тоже есть подарок. Привет, примерь этот эксклюзивный спасательный жилет. Единственный и неповторимый. Благодарю. Ну, иди. Видела? Какие тяжелые подарки. А как мне привлечь его внимание? Знаю. Привет. Я не вижу, что там вдалеке. Здесь нужен бинокль. Вау, так гораздо лучше. Была рада помочь. Постой, мне нужна твоя помощь. Теперь я вижу всех, кто заплыл за буйки. Это несправедливо. Ну вот, ланч испорчен. И как этот убрать? Знаю. Это заменит салфетку. И в мусор.
Что это? Неужели кто-то выкинул деньги? Теперь они мои. Мое любимое мороженое с шоколадом. Упс. Успел, мороженое спасено. Миссия выполнена. Спасибо. Он меня не замечает. Коктейль, пожалуйста. Привет, угощайся. Спасибо, вкусно. А этот коктейль еще вкуснее. Наслаждайся. Спасибо. Коктейль — моя идея. А вот и нет. Ничего сама придумать не можешь. Ну, дела. Привет. Это коктейль для меня? Этот? Ну что ты, я здесь мою посуду. А, ну ладно. Она просто прелесть. Мое богатство. Пора спать. Это мой шанс. А, сигнализация! Это еще кто? Показалось? Грабитель, убирайся! Вон отсюда! Фух, прогнала. Сладких мне снов. Фух, едва сбежала. О, телефон. Ты это зря. Я мастерски владею кунг-фу. Не надо так нервничать. Вот твой телефон и деньги в придачу. Бедняжка. Девушка тонет. Я тебя спасу. Какой уродливый спасательный круг. Это оскорбительно. Вау, круг. Вот спасибо. Простите, но это спасательный круг. Я только немного поплаваю. Я не возражаю. Спасите! Тону! Но тут совсем не глубоко. Мой спаситель, несите меня на берег. Самое дорогое платье теперь мое. А старое мне ни к чему. Шикарная обновка. А это в мусор. Вау! Ну и цены. Кто-то выкинул платье. Зря. Их еще можно поносить. И зачем платить больше? Раз, два, три. А кто это на фотографии? Это. Однажды мы с сестрами участвовали в конкурсе красоты. Я победила. Ну где же ты? Я опоздала и забыла про обувь. Ну, нашла бутылки. И сделала из них ультрамодную обувь. И победа досталась мне. Браво! Трогательная история, но мне уже пора. Пока! Победители соревнования получат призы. Золотую и серебряную карту. Есть еще картонная карта, но это никому не интересно. Вам нужно плыть максимально быстро, и победитель получит приз. Готовы? Да, я готова. Вперед! А ты почему еще здесь быстрее? Отличная скорость. Это акула! На помощь, кто-нибудь! Вернуться и помочь? Приз ждет. Ну уж нет. Том, я тебя спасу. Убирайся, акула. Вау, ты такая отважная. Мы первые. И эти призы ваши. Поздравляем. Вот, настоящая победительница. Она заслужила приз. Ладно, но это все, что осталось. Я знал, что ты победишь. Мы снова здесь. Вы вернулись. Я немного ошиблась. Что?
Вам нужно поменяться содержимым конвертов. Я стала богатой? А я? Нет! Твои деньги остались у тебя. Точно! Я не хочу быть бедной! И не будешь! Мне это не нужно! Это так мило! Интересно, куда она пошла? Привет, Том! Привет! Это тебе! Как это романтично! О, да! Я оправдаю почетное звание доставщика пиццы и привезу пиццу вовремя. О нет, только не это. Мопед не заводится. Мэри, сестренка, садись, подвезу. Клэр, ты вовремя. С пиццей в салон нельзя. Садись в кузов. Ладно, подожди. Клэр, можно поаккуратнее? Юху, мы короли дороги! Только бы доехать! Что там за указатель? Короткая дорога, нам туда. Почему мы не едем? Машина не заводится. В чем дело? Я не знаю. Не хочет ехать, и все тут. Может, нужно протереть фары? А если подтолкнуть? Нет. Иди. Смотри, что у меня есть. Езжай за деньгами, давай. Ко мне. Клэр, так машина не поедет. What? У тебя бак пустой. Это не проблема. Вот. Теперь не пустой. О, Клэр. Да, связь есть. Это служба спасения. Ну вот, и деньги на счету закончились. Как не вовремя. Клэр, ты что делаешь? Скорее, нам нужно вызвать спасателей. 911. О нет, батарея села. И зачем так нервничать? Я проголодалась. Хорошо, что у нас есть пицца. Не трогай, это заказ. И я его доставлю. Здесь становится холодно. Нам нужно устроиться на ночлег. Избавимся от всего этого хлама. Мэри, помогай. А лучше убери все сама. Это тоже тебе. Я буду спать здесь. Нет, здесь будет стоять лампа. Тогда здесь. Нет, здесь будет столик. Может, поспишь снаружи? Ладно. Я сама сооружу место для ночлега. Вот так? Красота! Вау! Я тоже хочу шалаш! Но у меня ничего не выходит. Чего рыдаешь? Шалаш рассыпался. Упс, и мой не устоял. Не расстраивайся, хочешь пиццу? Нет. У меня есть идея получше. Я хочу двухэтажную секретную комнату в пикапе. Отличная идея.
Начинаем строить. Каркас установлен. Я наверху, я внизу. Вау! Получилось замечательно. Моя спина. Спать здесь невозможно. Есть идея. Постелю матрас и мягкий плед. Теперь можно спать. А я вместо матраса постелю мягкий газон. Идеально и экологично. Подумаешь, нужно украсить свой этаж. Вот эта ткань вполне подойдет. Золотой мой любимый цвет. Вау, у меня тоже есть идея. Сооружу шалаш из бамбука. И навес от солнца и ветра. Держи. Это мне? Вау! Спасибо, сестренка. Деньги в обмен на пиццу. Нет, и речи быть не может. Я доставлю этот заказ. Вредина. И зачем мне эти деньги, если даже пиццу не купить? Знаю. Украшу ими секретную комнату. Гирлянда из долларов. Это так шикарно. Добавлю немного эко-декора. Но в золотом цвете он будет смотреться еще лучше. Вау! И чем больше золота, тем лучше. Скромность украшает. У меня будет эко-френдли дизайн. Что еще добавить? Свежие букеты. Покупайте букеты. Цветы то, что нужно. Я возьму букет. Один букет $5. Но у меня нет денег. Вот, держи. Теперь можешь заплатить. Мне 3 букета. Выбирай. 1, 2, 3. Ах, восхитительный аромат. С цветами здесь стало намного уютнее. Эти камушки такие красивые. Есть идея. Сделаю их еще красивее. Немного краски, и камушки превращаются в кактус. Вау! Мне тоже они нужны. Но я сделаю из камней позолоченный подсвечник. Черный и золотой – новый тренд. А что в этом пакете? Клубки ниток. Накручиваю нить. И перевязываю по центру. Разрезаю по краям и делаю помпон. А из помпонов соберу гирлянду. Хватит, чтобы украсить и мой шалаш, и машину. Я предпочитаю более изысканный декор. Золотые гирлянды – это по мне. Устрою возле хижины лаунж-зону. Здесь есть место и для кактуса, и для цветов.
Самое время устроить чаепитие. Я нашла наш детский чайный сервиз. Мэри, спускайся ко мне. Спускаюсь. С молоком и без сахара, как ты любишь. Мизинчик, ты снова забыла. У тебя вместо стола канистра с бензином? Клэр! Машина завелась! Ау, мы едем! Ура! Почему так долго? Ну, наконец-то! Ваша пицца! Простите, что заставила ждать. Мы заблудились, а потом бензин закончился. Вау, какой пикап. Я хочу купить эту идею. Плачу любые деньги. Ну уж нет, оставьте деньги себе. Клэр, мы уезжаем.